Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем разговаривать про то, как безопасно писать в социальных сетях. В первой части мы рассказали про то, какие цели могут быть у блога или журнала, который вы открыли. Сейчас мы поговорим о том, как правильно писать туда для того, чтобы не нанести вред себе, семье и детям. Вы сформулировали цель своего блога. Каждая из целей, которые мы обсуждали, требует своей собственной техники безопасности. Сначала мы поговорим про бизнес. В первую очередь вы должны понимать, чего именно вы хотите достичь каждой конкретной записью. Исходя из этого, вы строите свой профиль, вы туда загружаете нужные картинки, и вы даете там именно ту информацию, которая поможет вам продвинуть ваш блог и, соответственно, бизнес. То, что вы будете туда писать, что это должно быть? Это может быть реклама, это может быть какое-то сообщение, это может быть рассказ о том, что вы делаете, как вы делаете, почему вы делаете, и почему именно это стоит покупать. Когда вы написали текст, вам стоит немножечко отвлечься от него и посмотреть на него как бы свежим взглядом, сторонним. Обдумайте реакцию потенциальных клиентов. То есть вот они читают ваш текст, они вас не знают. Они не знают вас, они не знают, почему вы что делаете. Вот они первый раз видят этот текст, и вы хотите, чтобы к концу чтения они получили какое-то впечатление. Может быть, а чтобы даже захотели купить. Вот поэтому отвлекитесь и посмотрите, так сказать, посторонним взглядом, как этот текст выглядит. Достигает ли он той цели, которую вы себе назначили. Для того, чтобы правильно оценивать текст, можно даже просить каких-то друзей, родственников, знакомых, чтобы они вам читали тоже этот текст и говорили свои впечатления. Если вы правильно все сделаете, то можно получить очень правильную критику, конструктивную, и исправить этот блог так, что он действительно будет вам очень помогать в раскрутке вашего бизнеса. Вторая цель у нас была – это общение с друзьями. Общение с друзьями и с родственниками. Здесь у нас стоит другой вопрос, не как при бизнесе. Бизнес, понятно, мы хотим опубликовать это для всех, чтобы как можно больше людей узнало про наш бизнес, про нашу продукцию, и чтобы как можно больше людей захотело это покупать. Когда мы общаемся с друзьями, то цель у нас совершенно другая. Мы хотим общаться именно с этими друзьями. И когда мы пишем какой-то текст и помещаем его в блог или в журнал, то мы должны как бы внутренне для себя осознать, этот текст должен видеть кто? Должен он иметь публичный доступ или он должен быть только для друзей? Теперь мы должны, с точки зрения безопасности, мы должны оценить, а что будет, если то, что было опубликовано только для друзей, каким-то образом попадет таки в открытый доступ. Кажется, что это не может быть, потому что социальная сеть выглядит хорошо, и там обещания, что под замочной записи никогда не будут вынесены. Но уже было много инцидентов, и известно про то, что, во-первых, соцсети могут быть взломаны, информация может быть похищена. Во-вторых, все может быть гораздо банальнее, и кто-то из друзей, которых вы числите среди друзей, на самом деле относится к вам не очень хорошо, и он может вынуть закрытую информацию и разместить ее где-то еще. Поэтому, когда вы что бы то ни было помещаете в свой блог, вы должны всегда учитывать вот такую возможность, что эти данные куда-нибудь уйдут и когда-нибудь окажутся в открытом доступе. Собственно, вообще есть такой совет – воспринимать интернет как публичное пространство. То есть, как бы вы там ни закрывали, всегда есть посторонние люди, которые имеют доступ к вашей закрытой информации. Например, те же хозяева соцсетей. Поэтому посмотрите на эту запись со стороны и подумайте, как это будет восприниматься посторонними людьми. Что будет, если эта запись попадет в общий доступ? А как вы сами будете рассматривать эту запись, например, через неделю? А что вы будете думать про нее через год? А что будет, если у вас изменятся обстоятельства? Вы все еще хотите, чтобы эта информация, этот текст были, так сказать, доступны кому-то?
Подумайте, потому что и после того, как вы что-то опубликовали, удалить это уже будет сложно. Интернет имеет всякие механизмы, которые сохраняют удаленные тексты весьма долгое время. При этом у вас, собственно, нет ни малейшего контроля над тем, сколько времени это будет где-то оставаться. Короче, любая информация должна быть оценена критическим взглядом именно с точки зрения утечки. Собственно, передача информации родственникам, так же, как и друзьям, все те же самые правила. Родственники, конечно, это родственники, и те, у кого хорошие отношения, скорее всего, родственники не будут вытаскивать подзамочные записи и публиковать их еще где-то. Но тоже всякое бывает. И с родственниками бывают ссоры, и войны даже бывают. Так что всегда нужно подумать. Вот вы сейчас опубликовали вот об этом событии, об этих вот выложили эти фотографии. А что будет, если, так сказать, это пойдет в открытый доступ, и будет ли это вам приятно? Как вы будете на это реагировать? Ну, последняя цель, которую мы обсуждали, это творческое самовыражение. Творческое самовыражение, опять же, собственно, там все те же самые правила насчет критического взгляда со стороны, о том, что будет, если это попадет в общий доступ, и как вам эта запись покажется завтра. Все-таки творческое самовыражение – это немножко другое. Вот, например, вы написали стихи, и вы выложили это, скажем, куда-то для друзей. Друзья посмотрели, они вам сказали: «Да, хорошо, молодец». А если вдруг этот стих попадет куда-то еще, куда вы не предполагали, что он попадет, то вам могут сказать совершенно другие вещи. И могут прийти всякие боты, которые и тролли, интернет ими полон сегодня, и могут тоже наговорить вам всякие гадости. Вот вопрос, хотите ли вы этого? И каждую запись обязательно необходимо оценивать по принципу, что будет, если ей заинтересуются какие-нибудь, скажем так, посторонние организации. Например, те же самые хозяева соцсетей. Может ли это как-то вам повредить, если эта информация попадет там, в какие-то конкретные руки? И может ли этим, скажем так, может ли ваша информация быть интересна спецслужбам? Кто еще может это использовать против вас? Что на работе скажут, если вы это опубликовали и там это увидели? На работе это, к сожалению, тоже не сказки. Собственно, во всех больших фирмах существуют люди, которые следят за соцсетями и публикациями в них сотрудников фирм, и иногда могут быть большие неприятности. Поэтому я сформулировала некоторые общие правила, как не попасть в неприятную ситуацию через то, что вы пишете в блоге. Во-первых, формулируйте записи позитивно, потому что негатив притягивает негатив. Никто из нас не хочет негатив. Все мы хотим либо чего-то конструктивного, либо чего-то положительного. Во-вторых, безжалостно блокируйте тех, кто пишет вам негативные комментарии. Вы находитесь в сети вовсе не для того, чтобы быть кому-то тренировочной грушей. То есть вы ведете свой блог для собственного удовольствия или для какой-то конкретной рабочей цели. Но вовсе не для того, чтобы кому-то, так сказать, у кого какие-то свои психологические тараканы, чтобы вы могли служить, так сказать, пищей. В-третьих, никогда не делитесь интимной информацией. Если вы это делаете, то очень быстро можете об этом пожалеть. Это касается также и фотографий. То есть ваша интимная информация, ваша личная информация, все это должно оставаться при вас. В-четвертых, никогда не выносите ссоры из избы. То есть все семейные конфликты должны решаться в семье, а также рабочие конфликты должны решаться на работе, без того, чтобы вы сообщали об этом всему миру. Потому что это наиболее чувствительная тема, и именно вот на этих темах очень многие люди уже пострадали. В-пятых, никогда не обсуждайте в негативном ключе свое место работы и рабочие отношения. Причем рабочие отношения неважно с кем, даже с секретаршей, даже с уборщицей, потому что вы никогда не знаете, на что это может повлиять. Во всех крупных фирмах имеются иногда целые отделы, которые занимаются мониторингом публикаций в соцсетях своих сотрудников, и можно попасть и на, так сказать, этическую комиссию, и много куда еще, а можно даже потерять место.
если, например, по какой-то причине кто-то решит, что то, что вы опубликовали, это порочит фирму. Поэтому лучше просто избегать подобных ситуаций. И в-шестых, всегда проверяйте текст на стороннюю реакцию. Как это воспринимается человеком, который вас совсем не знает, вашими друзьями, вашими недругами, вашими врагами, вашими работодателями, наконец, разными группами людей. Когда вы это все проделаете, вы сможете просто избежать лишних и неожиданных конфликтов. Все, это конец этой лекции. Мы продолжим в следующей части. До свидания. Всем хорошего дня.